Начать запись. Так. Ну, все ясно, в чем ошибка. Видите, я здесь должен сравнивать. А, если я сравниваю два объекта, себя с собой же, у меня здесь условия инвертированы. Нужно сравнивать. Если я сам с собой коллизию проверяю, то коллизии нет. Ну и все должно заработать. Да. Вот, в игроков не могу найти. Никак. Так. Так, ну вот залип тут немножко во враге. Понятно. Потому что враг меня зашел и не отпускает меня. Вот сейчас он уйдет куда-нибудь, надеюсь, и я смогу вырваться из него. Держу вверх и влево. О, пошел. Все нормально. Так, ребят, давайте-ка попробуем еще сразу в наш апдейт. Вот где-то у нас лав апдейт. Смотрите, какой лав апдейт, прям микроскопический. Давайте сюда добавим еще одно условие. If love keyboard is down. Давайте по escape, чтобы выходила наша игра. Ну, можно event, но они, по-моему, добавили quit. Сейчас посмотрим. Он event, по-моему, вызывает. Да. А, давай event. Давай диктуй. Event. А, точно. И здесь quit, да? А здесь все правильно или параметр нужен? Ага. Угу. Ну, давайте посмотрим. Да, все отлично. Вы же поняли, как добавлять выход из вашей игры в апдейте. Ну, естественно, да. Так, что мы должны? Мы должны монстрам добавить, чтобы они коллизии, да. Как добавить монстрам коллизии? Надо изменить их движение. Давайте. Можно еще один. Эти, а, это как привидения, которые призраки, они летают через кого угодно. Так, летают через кого угодно. Интересно. А давайте их сделаем прям при... Ну вот если бы у нас был фон какой-нибудь, не черный, мы могли бы... А смотри, смотри, я сюда сейчас добавляю 50, например, это прозрачность в цвет. Давайте все сейчас запустим. Они стали полупрозрачными. Так что если бы у нас картинка была, у нас беда в том, что у нас игроки тоже стали полупрозрачными, видите? Так, ну а давайте действительно оставим этих монстров, мы их не будем трогать. Пусть они будут призраками. Так, а вот эти не будут призраками, которые unit drop, да? Так, ну давайте тогда unit drop initialize мы тоже должны повторить. Так, unit drop. До этого мы в unit drop меняли только один метод. Ну а тут уже у нас получается, мы еще и цвет меняем по умолчанию, да? Тогда мы должны сделать unit drop initialize and... Так, ну мы у плеера вот эту вот штучку украдем копипастой. Unidrop сюда. Не забудем. А, здесь все правильно, unit оставляем, потому что unit name. И давайте мы цвет поменяем. Цвет, цвет, цвет. Вот здесь вот брали. А давайте сделаем, чтобы еще и цвет отличался, чтобы они были только красными. Так, RGB. Здесь мы оставляем, например, 0. 0. Ну, мы не от 0 сделаем, а от 155, чтобы, ну, был хотя бы красный. Так, прозрачность сделаем 255. Это означает непрозрачный. 0, это значит полностью невидимый будет прозрачный. Так, ну, надеюсь, заработает. Да, падающие шары, они разные яркость красного цвета. Так. Теперь в игроков. Игроков сделаем зелеными всех. Ну, теперь легко. Мы берем отсюда строчку. Мы здесь цвета красные настраивали. Да, теперь давайте в игрока занесем. Здесь мы клавиатуру какую-то присвоили. Вот, давайте сюда. Например, цвет. Сейчас проверю. Да, все пишется. Так, так, так. Если мы его хотим зеленым сделать, что нужно сделать? Первый. Вместо первого 0, да? Куда его? Red, green. Green, зеленый. Да, вместо второго. Угу. Ну, давайте даже... Ну, пусть так будет. Сейчас посмотрим.
Что-то... А, где-то на 62-й... А, я 0 перенес не туда. Вот. Что-то такое, ну-ка. Да. Раз, два, три, четыре. Кстати, тут врач не права. Протрахеит сказала Богдана. Вы видели же на презентациях, как басом или он так кричал. А мастерская Файфеля, где они там вызывали какого-то духа? Вот он очень громко орал. Если я так ору, у меня голос исчезает просто-напросто. Так что не все так плохо. Да. Он в такой шапочке еще ходит. Ну что, клево же. Призраки, мы через... Не понял. Так, а мы через призраков можем проходить... Призраки. Так, мне вот это не нравится. Я не хочу застревать в призраках. Нет, давайте не призраки, а желешки. В желешках можно застрять, пока она не уползет куда-нибудь. Это, кстати, классно, что она удерживает. А можно потом будет добавить вообще призраков, которые совершенно... Всем циркул изменяем пофиг. На квадрат. Нет. Ну еще. Давайте добавим именно... А, ребят. У нас только 5 монстров было, да? Да. Давайте добавим 500 монстров. Что будет? Посмотрим. Давайте 30 падающих, 50. Ну, нет, давайте, ладно, 500 посмотрим. Ой. Ой, а что я не двигаюсь? А что? Они падают, а они не двигаются. Если на эту картинку долго смотреть, можно загипнотизироваться, наверное. Так, ну давайте 50, если нормально. Почти нормально. Вот, да. Эх, не успел, меня убили. Так. А, кстати, вот. Да, вывести нормально. Причем, вы заметили, мы сталкиваемся, мы с надписями-то не сталкиваемся. Можно сделать какой-нибудь там угловой выход. Кстати, и сделать отдельные этажи. Выход? Ну, давайте, да. Давайте. Но это будет последним, что мы сделаем. Где-нибудь, допустим, 0-0 или 0-100. Давайте-ка сделаем монстров, которые движутся все-таки, ну, как монстры. Мне не нравится вот это вот летание. Так. Юнит дроп. Давайте еще один класс сделаем. Отскок, который будет отскакивать. И мы в нем сделаем, пусть РГБ, пусть они будут все синего цвета. Не юнит дроп, юнит... Кто-нибудь помнит, как отскок? Ну ладно, давайте сделаем понг. Понг. От пинг-понга. Так, пон-пон, все нормально. Так, давайте добавим понг, давайте этот юнит понг добавим к нам монстрам. Можно, кстати, после игроков их добавить совершенно без разницы. Пока понятно что-то. Так, ну и давайте понги, где он? Юнит не понг, а юнит. Вот, юнит понг. 30 сделаем, допустим, 10 их. Да. Так, ребята, я что-то не понял. А, мы цветом не поменяли. И не поменяли им поведение. Поэтому они тоже упали вниз. Ну, вот. Давайте мне подсказывайте цвет. Нет, цвет все мы нормально сделали. Юнит понга. Программа становится сложной, надо как-то к логическому завершению урока. Так, юнит понг. Предлагаю юнит понгу ввести направление, скорость. Добавить определенные еще дополнительные переменные. Так, назовем мы их так. Self speed x равно, ну пусть, допустим, так, 80, self speed y равно, нет, ладно, тоже 80. Пока пусть с одинаковой скоростью двигаются. Теперь нужно в апдейте сделать
Так, а где мы... Где мы проверяли на выход за стенки? Мы не написали выход за стенки, да? За стенки нашего. Мы, по-моему, у нас нет такого сравнения. Давайте тогда напишем такую проверку. Назовем. Она к юнит-понгу не имеет отношения, поэтому мы ее пишем для юнита. Мы ее можем везде для всех использовать юнита. Так. Ну и назовем мы ее юнит чек. Чек. А, вот так. Is on Давайте, is on screen. На экране она или нет? Или вылезла? Так, я забыл слово function написать. Function and. Проверять легко. Вы это уже, это самая легкая проверка, которую мы делали из всех. Так. Так, пишем. If, подсказывайте мне, self x меньше self x, например, self x минус self radius меньше. Ну, раз я минус сделал, это давайте с левой стороны меньше нуля или for self x плюс радиус больше, get this, там как love, graphics, get this, скобка ставим, или, уже по y сейчас пишем сравнение, self y минус self радиус меньше нуля, это наверх проверяем, или self y. А, вот ошибка вижу. Мне не поправили. Self забыл. Self radius плюс self. Понимаешь, что можно плюс-минус self либо перед сравнением ставить, либо после. В принципе, именно место. Да. Да. Больше. Есть какие-то проблемы с тем, что... Ну, то есть, такая строка... Угу. Ты знаешь, с нуля мы с ним. Ну, то есть, он начинается с нуля. Нет, но единственное, когда ты длину массива решеткой определяешь, она будет неверную показывать длину массива. Минус один. Вот только в этом проблема. А так никаких проблем, все отлично. И еще в цикле ты когда будешь перебирать, если ты вручную будешь от нуля до такого-то, вручную задавать, то будет все нормально. Вот. Так, ребят, ну все. У нас написано функция. Давайте я по-русски напишу. Возвращает. Давайте не истину напишем сразу. Если юнит на экране и не касается границ экрана. Чтобы легче было понимать. Надеюсь, правильно написали. Сейчас проверим. Unit on screen. Мы это будем использовать только в наших unit pong. Да? Unit pong. У нас есть скорость. Да. Ну, давайте как у плеера то же самое сделаем. Local old x old y. Присвоить self x, self y. А,
Теперь пишем. Self. Вот здесь интересно. Это условие мы будем вызывать два раза. Так, self x присвоить self x плюс self speed x. Так. И теперь будем проверять. If self, если ты на экране, not. Если ты не на экране, уже, значит, мы вышли. То что мы делаем? Мы возвращаем x старую координату, как мы, где мы были до того, как мы попытались наехать. Пишем self x присвоить old x. И не просто. Нам нужно, чтобы он отскакивал. Мы направление скорости меняем. Мы пишем вот так. Self speed x присвоить минус self speed x. And. Теперь это же самое повторим для y. Нельзя совмещать. Если бы вы это совместили, эти условия, сразу x, y прибавили, у вас бы были случаи, где застревает. Вот нехорошо я большие и маленькие тут намешал. Здесь маленькие, ну, легко за... Ну, в конце концов, мне при запуске он скажет, прав я или нет. Так, ну что, давайте. Может даже сразу заработать. Опа. Я ошибку увидел, прежде чем... Так, old. Запускаем. Попытка выполнить арифметическую SpeedX. А у нас такого SpeedX нет большого. Значит, X маленьким пишется. X. Да. X. И Y тоже, наверное, маленькие. Вот я сейчас туда пойду и исправлю их. Вот они, да? Интересно, почему... А, вот еще ошибка. Видишь, я unit pong, а здесь unit draw поставил. Вот. Вот. Так. Выпускаем. Cell X. Тоже опечатка. 30-я страница. 30-я строчка. Вот. Не Cell X, а Self X. Так, ребята. Как думаете, что не так? Вот я вижу, что они, в принципе, отскакивают. Да. Да, нужно на Delta Time, на DT умножить надо. Где у нас Unit Drop? Ой, не Unit Drop, Unit Pong. Да, вот это не... А еще нужно умножать вот на этот DT, который нам в апдейт передается. И где он тут, где он тут? А, вот еще для Игорька. Только не вздумайте умножать, ну вот, вот здесь, где у нас speed y, не надо здесь ничего умножать, иначе у вас скорость просто-напросто ускорится, это улетит, да, из нашей вселенной. Сейчас посмотрим, красиво летают наши синие шары или нет. А, ну теперь, кстати, можно от них, вот от этих реально, наверное, уклоняться, да? Мы видим, куда они летят. Вот. Кстати, если... А, смотрите, какой прикол. Можно сделать, чтобы шары некоторые горизонтально отражались, а одни только вертикально. У нас сейчас по диагонали. Давайте придумаем, как это сделать. Вот видите, мы здесь. Как сделать так, чтобы некоторые шары только горизонтально, некоторые только вертикально? Смотрите, у нас есть отдельная скорость для X и отдельная скорость для Y. Мы делаем вот так. If. Так, ребят, сейчас лекция будет, но через 7 минут, я думаю, мы успеем дописать. И вы на лекцию сходите. На лекцию можно опоздать на 5 минут, в принципе, еще. Так. Рандом меньше 0,5. Здесь должно быть еще. Так.
А я очень хитро сейчас условие такое написал. Вот так. Для того, чтобы у нас не остался шарик, стоящий на месте. Ага. Ребят, я тоже на лекции отправлю. Просто я думаю, что они через 5 минут дойдут. Так. Чтобы он не стоял, не остался на месте стоять. А, да, ты прав. Нужно здесь else тоже добавить. Else. Я тоже на лекцию схожу. Здесь Y у нас. Y. Так, ну давайте запускаем. У нас уже должно это проявить. Так. Speed Y. А, там же были строчки. А, подожди, давай строчку. Номер строчки надо сразу смотреть. 98-я. 98-я. Нет, я думаю, что это я здесь где-то... А, вот. Так. Угу. Вот, все понятно. Где у нас условие, что мы здесь должны обязательно добавить? Ну, потом вы разберетесь. Ой, зачем я отсюда перенес? Так. Вот, все отлично. Некоторые у нас вертикально. А, и один только горизонтально шар. Ну, нормально, да? В принципе, тоже похоже даже на настоящую игру. Какие-то по диагонали, какие-то вертикально. Ага. Так. Ну, давайте на этом урок пока закончим. Спасибо всем.